Более 450 выпускников, почти 80 из них завершили обучение с красным дипломом. В губернском колледже состоялся выпускной вечер. На празднике во Дворце культуры России собрались педагоги, родители, почетные гости. Дворец культуры России. Выпускной вечер. Торжественная церемония. Студентам губернского колледжа вручают дипломы. Анастасия Масолова окончила учреждение с отличием. По специальности учитель начальных классов. Уверена, с выбором профессии не ошиблась. Главное – это не только преподавать, а главное – любить детей, потому что учитель не может быть хорошим педагогом, если он не любит детей. Мама Анастасии Масоловой дочерью гордится, признается, выпускной вечер – волнительное событие не только для детей, но и для родителей. Я довольна профессией, я сама хотела быть учителем. Вот. Ну, это отразилось теперь в моей дочери. Как бы моя мечта, которую я хотела, не осуществила. Ну, теперь дочь выполнила мою тоже мечту. Выпускник Олег Верещакин также выбрал профессию педагога. Студент губернского колледжа планирует идти работать по своей специальности. Учитель начальных классов со специализацией английский язык. Это был долгий выбор. Мне подсказала моя учительница. Если я хочу заниматься английским, то я должен научиться сначала работать с детьми. Поэтому, соответственно, на этой мысли я и пошел сюда, в этот колледж. Дипломы о среднем профессиональном образовании получили более 450 студентов, почти 80 из них с отличием. Выпускники Серпуховского губернского колледжа в этом году сдавали итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена по системе международного стандарта WorldSkills Russia. Каждый выпуск – это новая страница в истории нашего губернского колледжа. Из 12 колледжей Подмосковья, которые вошли в 100 лучших колледжей России, мы занимаем первую строчку. Изобразительное искусство и черчение, дизайн, реклама, садово-парковое ландшафтное строительство, защита в чрезвычайных ситуациях, повар-кондитер. В Серпуховском губернском колледже студентов обучают по 24 специальностям. Взрослая ступень. То, что мы уже закончили, и теперь мы можем работать по своей профессии, которую мы выбрали. Планирую оставаться в городе Серпухове и работать по своей специальности. В этом году в Серпуховском губернском колледже впервые состоялся выпуск по специальности монтаж, наладка промышленного оборудования. С сентября появятся еще две – слесарь-ремонтник и сервис на транспорте. Для Серпуховского губернского колледжа это 94-й выпуск. Торжественное мероприятие завершилось выступлением творческих коллективов.